3 ноября в Омске прошла благотворительная акция «Маленькие радости для врачей». Представители общественного движения «Волонтеры-медики» привезли несколько лотков со сладкими булочками в роддом номер 5. Сейчас медицинское учреждение перепрофилировано в ковидный госпиталь. В рамках этой акции мы консолидируем, скажем так, социально ответственных предпринимателей города Омска. Вот в частности, сегодня мы передали одному из ковидных баз города Омска, роддом номер 5, сладкие хлебобулочные изделия, чтобы в этот непростой период пандемии поддержать наше практическое здравоохранение. Мы планируем наращивать эти обороты, потому что пик заболеваемости достигнут, он все еще растет, заболеваемость, и мы конечно, надеемся, что этими нашими действиями мы поддержим наших старших коллег. Душевный подарок стал приятным сюрпризом для работников роддома. Это крыляет, то есть в тяжелый в этот период, вы знаете, что мы все работаем на износ. Сейчас очень тяжелая эпидемиологическая ситуация, большой наплыв пациентов. И для нас немаловажно, опять же, для сотрудников, что вы нас заметили. У нас вырастают крылья работать дальше, оказывать непосильную медицинскую помощь качественно и быть сориентированным на пациентов. Спасибо вам огромное. Поддержка будет продолжена. Сегодня около 50 студентов Омского государственного медицинского университета помогают специалистам в поликлиниках и больницах. Проводят термометрию, работают с медицинской документацией, информируют население о возможностях и местах вакцинации. Параллельно волонтеры продолжают помогать пожилым и маломобильным жителям, доставляя им продуктовые наборы и лекарства в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».